Все серьезно. Я знаю. Эта женщина свободна. Ну что ж, друзья, всем привет. Мы продолжаем проходить эту замечательную игру «Крестный отец 2». Я нахожусь возле своего домика во Флориде. Я ничего не имею против политиков, но... В общем, у нас встреча с Фредом должна какая-то состояться. Не знаю, о чем будем болтать с ним. У нас по заданию встретиться с Фредом в тайной квартире во Флориде. Вот. Не знаю, что он нам скажет. Ну, друзья, посмотрим. С вами, как обычно, King Game Box. Всем приятного просмотра. Извините. Да, ничего, чувак, все нормально. Кстати, с ключником можно пообщаться. Эй, мужик, тебе помощь не нужна? Похоже, вам что-то нужно? У меня как раз есть дельце. Саботаж. Разнести одно заведение, в щепки разнести. Как ты смотришь на это? Опять? Ну ладно. Рассказывай. Не волнуйтесь, рассчитывайте на меня. В прошлом году я заработал слишком много, и мой умник-бухгалтер говорит, что я должен показать убытки для налоговой. Разнеси один из моих магазинов. Эту услугу я тебе верну сторицей. Хорошо. Да. Саботаж. В сторону. Хорошо. Ну что ж, с Фредом, мой друг, пообщаемся с этим чувачком. Что-то во Флориде уже темно, наверное, уже пора спать ложиться. Дорогой, почему ты не можешь быть как Стив? Ну ладно, давайте, друзья. О, вот и солнышко. Фреда, что происходит? Я смешал себе коктейль. Надеюсь, ты не против? Тебе принести что-нибудь? Не стоит. Это жара. Что-то страшное. Со льдом. Освежает. Уговорил. Ну? Что ты хотел мне сказать? О Майкле. А что? Я тут подумал. На Кубе. Когда мистер Рот... Боже. Это по-любому гранатос. Он на меня зол. Ну что ж, теперь война. Блин. Фредо, расслабься. Все, они уехали. Черт, разнесли мою хату к черту. Сволочи. Ты в порядке? Нет, я не в порядке. Какого хрена? Что это было? Я не видел, кто это сделал. Они сразу сбежали. Я скажу, кто это сделал. Это мерзавец Мангана. А, это Мангана? Да ну. Нет, Мангана? Нет, это не он. Мы же союзники. Вот ты больной? Именно. Все говорят, что он хочет прибрать к рукам этот город. Я слышал, он тайно ввозит во Флориду оружие и людей. Он готовится к войне. Он притворяется твоим другом. И что ты предлагаешь? Отомстить? Око за око! И бить надо сейчас, пока он слаб. У меня есть знакомый, большой босс в профсоюзах. Он может провести на их склад. Надо выгнать Мангана, пока не поздно. Ладно. Если Мангана готовится к войне, значит, будет ему война. Тебе понадобится помощник, еще один боевик. У тебя много ребят. Назначь кого-то из них своим капо. У тебя есть реальный шанс истребить мерзавцев. По-любому, друг. Отлично. Вот это я люблю. Встретись с Чарли Грином. Так. Их склад находится на острове. Надо, чтобы наш приятель из профсоюзов опустил мост. Понял, понял. Так, фамильное древо. Все ясно. Сейчас моя, пожалуй, Фрэнка мне надо сделать. Капо. Я думаю, Фрэнка. Давайте. Семья. Так, и лучше всего, я вот долго думал. Думаю, Фрэнка надо улучшить до капо. Потому что у него только одна способность. Поджигатель. Это хуёво, я вам скажу. Так, фамильное древо, да-да-да. Так. Так, взять в команду. Не.
Да погоди. А как его? А, понял, понял. Выбрать члена семьи. Чтобы назначить его капо. Так. А, как это делается? Ага. А, вот. Получается... Да не, погоди. Что-то я, друзья, запутался. Сейчас все будет. Ну, взять. Блядь, ну бери его в команду. Хуй с тобой. Так. Вот. Ух, фиг разберешься тут. Так, Фрэнк получает новое звание. Капо. Выбрать дополнительную способность. Так, он будет у нас, я думаю, или взрывник. Да. Или инженер. Хотя медик тоже классно. Ну, у нас, по-моему, два медика. Да. А вот взрывник только один. Давайте взрывника сделаю его. Отлично. Взрывник и поджигатель. Классно. Так, денег у нас 14 тысяч. Можем, кстати, улучшить его. Давайте возьмем ему здоровье. Увеличим здоровье. Так, выживание. Тоже берем. Так, еще раз берем за 2000. Чтобы срок выживания после ранения увеличился. Ну, чтобы больше шансов его вылечить, когда его ранят. Так. У нас остается 6000. Так, у него какое оружие? Блин, не помню. Так, и ближний бой. Ближний бой. Увеличить урон от рукопашного боя. Удар быстрее повышает. Ой, то есть уничтожает врага. Повышает, блядь. Все, остается у нас 3000. Будем искать новенького команду. Хорошо. Ладно, Фрэнк, будь осторожен. Я пойду. Так, Фрэнк со мной. Что думаешь о новом капо? Мне кажется, он молодец. Это ты про себя, да? Так, ладно, давай-ка. Достань оружие. Какое у тебя оружие? Покажи мне. А, у тебя автомат. Ясно. У этого чувака автомат. Ну ладно, поехали. Видел сучих тварей, что пытались тебя убить? Я их не рассмотрел, но это люди Мангана, я уверен. А я, честно говоря, подумал на гранату за... Чем Мангана? Странно. Так, у нас по зданию встретиться с Чарли Грином, он где-то у моста. Должен быть. Да. Где-то... А, вот он. Угу, ну ладно. Поехали тогда. Ну, хотя я так вижу на карте эту метку. Кто-то спустил их с поводка. Как тонко. Она не напрашивается, но намекает. Блин, а я хотел уничтожать этого чертового гранатоза, если честно. Ладно, разберемся тогда с Мангана. Все пошло не по плану, друзья. У нас появился новый. Ты брат. Что, сироп от кашля перепил? Погоди ты, все нормально. Видишь, я вовремя остановился. Че ты орешь, блин? То, что ты новый капа, это что, делает тебя авторитетом, что ли? Нихуя. Босс, как насчет свежей крови в команде? Да, я знаю. Вот, нам нужен новый боец. Но надо его найти еще. Так-то надо поискать по городу его. Мы, кстати, тут его и найдем. А? Как ты думаешь, Фрэнк? Чёртовы Мангана! Что за игру они ведут? Да, интересно. Тут я пока никого не вижу. Да.
Бойцов тут не он видно. Он сказал, что я похожа на Одри Хепберн. На улице. Простите. Видала и лучше. Сори. Так, у нас задание где? Наверху находится, что ли? А, вот он. Привет, чувак. Ты Чарли Грин? Возможно. А кто, собственно, спрашивает? Меня зовут Доминик. Я друг Фреда Корлеоне. А, Фреда. Несколько месяцев не видел этого сукина сына. Если вас послал Фреда, значит, одному из вас что-то от меня нужно. Так, мне нужна помощь. Мне нужно на склад по мосту. Твои ребята и пальцем не шевельнут, пока ты не дашь им добро. Спроси, кого хочешь. Все знают, я возвращаю долги. К твоему счастью, у меня тут проблемы. Гектор Сантос, новичок, нацелился на мое место, причем ведет грязную игру. Нужно, чтобы он испарился. Гектор разбрасывался деньгами, скупая голоса. Он даже нанял ублюдков досаждать моей семье. Разберись с ним, и ты получишь доступ к мосту. Да легко, дружище. Заказное убийство. А! Сейчас. Так, убейте Гектора. Сантоса. Так, это он, да? Блин. Смотрите, это наш город. Да погоди ты. Доминик, они бьют по нашим заведениям. Ничего нет. Так, как мне его убрать? Нет. Новости из Вьетнама все хуже. Как поживаете? Блин, может попробовать задушить по-тихому. Круто! Пока... Берегись! Сдохни. Вспомни, они ведь ни в чем не виноваты. Вон! Ты ничего не сказал за мою новую прическу. Извините, так, один готов. Сейчас следующего. Я смываюсь! Иди сюда. Драк, я готов! Я не буду ничего делать. Ты можешь остановить это! Одно твое слово! Ты следующий, придурок. Дерись! Все. Готов. Сейчас полиция появится здесь. Черт. Так, а что с тобой? Расступи. Заходи еще, может, для тебя будет работа. А, ну ладно, все, я пошел, мужик. Держимся вместе. Я вижу еще гадов. Пахнет лучше. Ты откуда, пожалеешь? Что там с треском? И где твои друзья теперь? Все, сваливаем. Мы убили копа. Если нас поджарит на стуле. Если нас поймают, надо сваливать. Ты представляешь, я отдал почти $5 за полный бак. Так. Фух. Так, может, тачку взять? Мы обязаны нанести Мангана ответный удар. Показать, кто в доме хозяин. Поехали. Единственный объект Мангана в стране – этот склад. Отлично. Будет нетрудно отправить его назад на Сицилию. Может вызвать скорую? Не бейте. Так, все нападавшие в гранаты убиты. Хорошо. Классно. Я рад. Не хочу, чтобы гранаты это было повторить эти. Так, черт, что-то я куда-то не сюда приехал. А, черт. Ладно, мы здесь не проедем.
дороге. Воу. Полегче, парень. Изи. Черт, а, погоди, 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 нам вниз. Вот чертов манган, а. Вот не сидится ему спокойно, бля. Хочется каких-то неприятностей, что ли? Странно. Лучше бы он с нами дружил. Зря он пошел против нас. Так, нам нужен нового бойца. Кажется, мне наконец повезло. Понять. Ну чё, мужик, открывай давай. Опускай мост. Я перейду. Нет проблем. Мистер Грин уже позвонил насчет вас. Вот так. Когда закончим, есть одно место, где можно с толком потратить денежки. Понял? Да? Ну потом покажешь. Скоро вас за решетку посадят. Всех. Чего? Поджечь склад мангана. Угу. Будь осторожен. Ребята со склада не любят чужаков. Блин, это будет опасное задание. Как раз для этого задания мне нужен новый новобранец. Ладно, пойдем искать новенького. О, черт! Вызовите полицию! Сори, не хотел. Блин. Так, вот здесь. У нас. Хотя это здание, блин, слишком большое. Можно заблудиться, блин. Если честно. Так, лучше пойдемте сюда. Как раз вот таких маленьких заведений хорошо брать бойцов. Закусочник там, мини-ресторанчик, магазин там техники, вот таких. Так. Посмотрим. Тут должен быть наш человек. Хватит толкаться! Здорово, мужики, охраняем. Так, 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 так. Угу. Сейф можно вскрыть. Ну, у меня с собой нету медвежатника, жаль. Ага, а вот и наш человек. Две недели такой работы, и ищи меня с вещей. Сделка в силе. Но в ваших интересах не нарушать правил игры. Все ясно, девочка, все ясно. Так. Кому-то выдали зарплату. Ты. И этот кто-то не я. Почему ты не работаешь с остальными? Наверное, хочешь работать с лучшими. Твоей семье нужен боец? Я не подведу. Я умен, хорош в драке, умею держать язык за зубами. Правда. Еще что рассказать о себе? Ну, меня интересует твоя специальность. Итак, что ты можешь предложить? Я из тех, кто любит играть со спичками. Копишь? Опять? Я поджигатель. Поджигатель. Еще одного поджигателя брать. Блин. Так-то он классный, мне понравился. Я запомню тебя, но сейчас мне нужен другой человек. Блин. Так-то он выглядит где классно. Где сегодня, босс? Но мне сходим бы в бар. Не хотелось бы брать в команду поджигателя, блин. Если честно. Лучше бы инженера взять. Или там медика. Было бы классно взять. Еще одного медика. Так. Машин нету, да?
Такое поле интересное. Можно в футбол погонять, да? А, тачка. Это же наша тачка. Вон из машины нахрен! Ну ты крепко попал. Это моя тачка, ты чё? Эй, ты чё тут делаешь? Садись давай, Бёрд. Какого хрена ты тут делаешь, я не понимаю. Какого хрена? Чё он тут делает? Басо... Он должен хранять Басо Рефинити. Какого хрена он тут делает? Чё-то я вообще не врублюсь, друзья. Так, ладно, тогда давайте заедем еще вот в это здание. Посмотрим здесь. Так, тихо, тихо. Не надо возвращаться дом, там жарковато. Ух. Поехали по короткому пути. Ворота открывают. Классно. Эй, Бёрд! Ты какого хрена там делал? Блин, а какое? Гулёна. Блин. Так, здесь я смогу зайти? На свою базу. На свою фабрику, так сказать. Только это фабрика по изготовлению чего? Если честно. Я не понял. А, охрана тут. Так, вот. Ты мне пригодишься, мужик. Задам тебе вопрос. Хочешь стать одним из нас? Я знаю. У тебя хорошая репутация. Что мне рассказать про себя? Ну, твою специальность. Хочешь рассказать о своих талантах? Я знаю и люблю огонь. То, что для копов поджог, я зову контролируемым горением. Ты посмотри, одни поджигатели в городе. Ты хорош, но мне нужен кто-то другой. Черт возьми, одни поджигатели, вы посмотрите. Охренеть можно. Я в шоке. Я в шоке, мужики. Валим отсюда, короче. Так, где-то спуск-то я уже потерялся, блин. Ребятки, подвиньтесь, пожалуйста. Дороги, начальник идет. Завтра придется задержаться. Начальника. Так. Че я тут забыл? Какого хрена я сюда спустился вообще? У меня припасена хлопушка, дом. Твою мать. Поджечь? Собственный склад поджечь? Нет. Где сегодня, босс? Да, не сегодня. Ай, почему они любят большие эти заводы, так в них легко потеряться, потому что. Так, и здесь мне нафига спускаться тоже. Смысл. Смысла нету, друзья. Фрэнк, за мной. Мы так еще с тобой сегодня не нашли новенького в команду. Так, здесь у нас ничего нету. Ничего. Наших бьют! Тихо, тихо, спокойно. На нас напали. Скорее! Он вооружен меня. Автомат? Мизогином? Нет. Что это за дерьмо? Ну, что-то вроде мужского. Ладно, погнали. Так, едем тогда в другое место. Туда.
не так это просто найти хороших людей в команду. Тихо с дороги. Приехали. Упс. Прошлая работа была худо. Чесночек найдется? Я не специально. Так, тут где-то должны быть мои люди. Скорее всего, может, на втором этаже. Здорово, мужик, как поживаешь? Да, вот, я вижу кого-то на втором этаже, то есть уже на третьем. На крыше, я короче. Вроде что-то слышал. Ой. Так, ты кто у нас? Ты ж Бала? Можно хорошо заработать, если что-то умеешь. Слышал, ты ищешь стрелка? Давай обсудим, только не кричи. У меня похмелье размером с кита. Извини. Давай в другой раз. Нет, алкоголики мне не нужны в команде. У него похмелье, блин. Да. Найти это очень непросто. Хороших людей. Я обещал с сестрой познакомить. Кого? Тебя? Иди ты в жопу. Сестрой. Тебя еще знакомим с моей сестрой. Все. Заболел, что ли? Точно заболел. Так, еще одно здание база. Тут какие-то ружи вертятся. Моя любимая контрабанда моя. Так, это здание, понятно. Это здание я хорошо знаю. Много раз тут был. Много раз. Да. Тут можно отключить электричество. Говорит, у нас серьезные отношения, но не все сразу. Так, ну давай посмотрим, кто у нас тут. Надеюсь, тут хоть... Может, тут вообще никого нет? Может, я тут уже в команду взял человечка? Может быть и такое. А, заодно в оружие. Полезно зайти. В оружейный склад. О, да. О, вот тебя я искал, друг. Ты когда-нибудь был в семье? Ты знаешь, что такое уважение? Тебе нужны люди, лучшие люди. Я делаю все, Доминик. Все, что скажешь, я сделаю. Не, правда, бросай на меня все, что есть. Что у тебя есть? Ты что такой кипишной, это мужик? Расслабься. Одно слово, и я принят. О, ты не пожалеешь, обещаю. Давай, скажи это слово. Так. Я запомню тебя. Но сейчас мне нужен другой человек. Не-не-не, я пошутил. Ты мне нужен, чувак. Это шутка. Доминик, я готов к работе. Что скажешь? Так, какой у тебя опыт? Ну, давай. Рассказывай о себе. Я мастер на все руки. Нужен боец? Бери меня. Снайпер? Бери меня. Водила? Бери меня. С любой работой я справлюсь. К тому же, я очень скромный. Твоя специальность. Ну и что ты умеешь? Я все знаю о взрывчатке, о том, что бабахает. Иногда без этого никак, сам понимаешь. Так, взрывник, беру. Взрывника можем взять. Я принят? Правда принят? Ой, я не могу дождаться работы, меня точно взяли? Ты мне нравишься. Берем. Добро пожаловать. Да, классный чувак. Харви. А? Харви мне понравился, честно. Команде. Отличный чувачок. И не похож на наших. Классно. Нравится мне моя команда.
Учти, мы обязаны нанести Мангана ответный удар. Покажи, да? Кто в доме хозяин. Все. Сейчас, погоди, покажи, какое у тебя оружие. Постою у двери. Пора новичку показать себя в деле, это Доминик. Дробовик. Окей, босс, поехали. Дробовик, а у тебя автомат. Ну, пойдет, чё? Нам надо еще медика с собой взять. В команду. Потому что медик необходим. Мало ли меня подстрелит, чтобы меня могли вылечить. Так что, наверное, я этого с собой возьму. Как его там? Бёрд. Бёрда. Ну-ка. Посмотрим. Да. Медик и Громила. Как раз он нам подходит. Да. У него, кстати, тоже не взято. Здоровье. Блин. И выживание. Давайте возьму его выживание тогда за 1000 баксов. Хотя бы. Так. А наш новенький Харви. Сколько стоит? 2000-2500. Как раз 2500 мне хватит как раз. У него тяжелое оружие. Давай улучшим. Беру. Все, мы как раз на мели. Ждем зарплату, друзья. Ждем зарплату. Сейчас у меня денег нету. А, блядь. Я же не взял команду. Берна. Берта. Так. Так. Взять в команду. Беру. Все. Теперь наша бригада готова. Эй, Харви, куда пошел? Пошли. Поехали. Куда идем? Она показала сиськи. Мочить Мангана. Ух ты! Ну и девочки. Фильм. Искусство. Так, остальные наши на страже, надеюсь, стоят. Ну-ка. Джо охраняет Эмилио. Так. Фрэнк с нами. Бер с нами. Билл охраняет Санника Депот. Басо Экспресс. А Харви с нами. Ну ладно. Так, как нам? Через мост нам нужно поехать. Тут еще один. Ой. Sorry, guys. Так, мы заезжаем на мост. Я, конечно, не хотел войны с Мангана. Видит Бог, не хотел. Но, блин, он сам напросился. Сейчас я вообще большой человек стал. И со мной шутки хреновые. У меня сейчас столько людей под командованием. Что, блин? Так, куда мне ехать? Что-то я запутался. Так, мне получается сейчас направо и назад. Черт, придется кружануться немножко. Тихо, спокойно. А вот и зарплата пришла. У нас зарплата отличная. А, нет, не отличная, нихуя. 1400 у нас зарплата. Это вот 1800 у нас. Ну ладно. Хотя бы 1400 у нас снова в плюсе, ребята, с вами. И это круто. Быть в плюсе.
граната взорвали ваше заведение, база депот, суки. Хорошо, что у нас там людей не было. Суки. Базу депот взорвали. Вот он. Раз рядышком. Сука, гранатос. Ненавижу этого гранатоса. Так и хочется его побыстрее прикончить. Так, я не понял. Мне надо вниз ехать. Да чёрт! Я с дороги, ты, блюдок! Со своей колымагой старой. Хоть у меня тоже старая, но... Это не в счет. Я не верю, что они нас подорвали. Что, войны захотелось? Да, ему захотелось войны. Ладно, мужик, все, я прохожу. Простите, замечтался. Да. Пожелай мне удачи, мужик. Сейчас будет много крови. Так, тихо. Мы уже подходим. Здание Мангана. Сука. Козлина, а. Чёрт, фигово, у нас нет инженера с собой. Так, что а... Доминик от нас хочет? Разорвать можем. Так, что у нас тут? Так, вот тут можно, конечно, включить электричество. Но мы не можем. Ну ладно, погнали. Погнали, мужики. Мы его вот так уделаем. О-о-о, надо взорвать. Черт, наверное, мне надо снайперский. Я могу взорвать его. Да? Но будет шума туда много. Или поху, да? А зачем его взрывать? Черт, опять нужен инженер. Блин. Мужики, от вас толку мало. Ладно, давайте. Взрывайте это. Эту хибару. Я понял. И отходим. Мужики, отходим. Сейчас поставлю фитиль. Ему конец, босс. Бомба, бежим! Карви, конец. Карви, отвали оттуда. Так. Разобраться с этим? Я вижу его. Так, идти дальше. У нас проблема. Смотри, снайпер. Снайпер, где? Давай к нему подкрадемся. Мы на... Йо, начинается война. Теперь все серьезно. Найди укрытие. Получи. Получи. Мы его уделаем, этого мангана. Так, у одного автомата, у одного дробовик. А у тебя снайперка. Отлично. У тех мощное оружие и у тех разное. Вот хрень! Блин, отступаем!
Промазал. Вставай! Сука! Сдохни. Ладно, мужики, спускаемся туда. Вниз. У меня припасена хлопушка, дом. Давайте, все сюда. Иди. Вот он. На, получай. Прикрывайте меня. Подожди. Нужно было остаться в школе. Крики. А! Чё? Фрэнка убили. Ой, блядь, Фрэнка Бёрта. Бля, там снайпер. Сука. Поганая. На тебе. Блин. Иди сюда. Сволочь. Слушали, выходи. Так, поджечь надо. Так, мужики, за мной. Назад. За мной, бригада, ух. Работаем до двух. Так, нам сейчас надо будет залезать на это, на эту вышку, наверное. Так. Я могу взорвать его. Да, взорвать, конечно, это хорошо. Но я думаю, нам нужно поговорить с боссом. Я имею в виду с боссом этого заведения, короче. Так, мужики, оставайтесь здесь. Уверен, Кэп? Да. Будьте здесь. Прикрывайте меня. Так. О, классно. Солнышко встает. Радует нас. Так. Где этот босс? Ты говно. Где там стоишь? Так, а где босс? Бля, тут нету босса, что ли? Блин, тут нету. Я думал, он тут. Ладно, спускаемся тогда. У меня на спине волосы стали дыбом. Пошли отсюда. Так, где тут лестница? Так, а как нам проникнуть в то здание? Блин, только по той стороне получается. Это нам надо, в общем, надо потуда идти. Да. Так, мужики. Будь рядом, понял? За мной. О, тут сейф. Блин, я не могу его вскрыть. Ладно. Но у тебя репутация, Доминик. Не человек, а машина для убийства. Да. Кувыркался, бывало, на задних сиденьях их машин. Вот сюда нам надо, оказывается. Чтобы поймать этого босса. Так, а как нам спустить мост? Блин. А, черт.
ублюдки, вы где? Ты мне все ноги уже оттоптал. Отойди подальше, будь добр. Нам надо вниз все-таки, получается. Вот лабиринты настроили тут. Поймешь. Давай передохнем. Можешь отдыхать. Я пока... Постой! Выясню, куда нам двигаться хоть. Ладно, тогда взрываем. Я хотел по-тихому, но по-тихому не получается. Я имею в виду, вначале я хотел босса. Поговорить с боссом в заведении, а потом взрывать эту хибару. Ну ладно. Взрываем сейчас. Поджигай! У меня припасена хлопушка, дом. Отходим, отходим, отходим. Все, линяем. Сейчас есть. Будет жарко. Гляди, какое пламя! Сюда! Хорошо рвануло. Вот сейчас нам нужно идти владельца, да? Вот оно как. Зря. Мы не можем вечно сидеть тут. Нельзя, чтобы нас услышали. Будешь сотрудником, не достоин могилы. Я получаю деньги, ты получаешь пулю. Как тебе расклад? Расклад в мою пользу, между прочим. А владелец должен быть там. Я же правильно, да? Или погоди. Мы нахрен окружены. Ну да, сейчас мы сможем проникнуть в это здание. Ау! Кто меня прикрывает? Больно же. Так, надо фаталити сделать, когда они при смерти. Надо делать фаталити. Ну, сейчас, наверное, мост тот, наверное, отключился, наверное, по-любому. Куда я съебался? Мы не можем так, вечно давай, сидеть тут. Тоже разобраться с этим? Постреляю с дробовика, пожалуй. Ау! Больно же, мужик. Черт, он будет при смерти. Надо было фаталити сделать. Пошли, мужики. Полегче, парни. А вы как думали? Я что, приду сюда с чашкой чая? А вот и мост опустился. Блин, вот не нашу ногу. Начали открывать. Вау, вот это вау. Спецэффекты пошли, мужики, спецэффекты. Крутяк. Крутяк. Так, или вход. Или выход. Босс не здесь?
куда мне идти-то? Тони Розак напал. Напался. Гол. Я нашел владельца. Не мой тип. Я люблю, чтоб на костях было мясо. Блин. Когда нас взорвали ваше заведение, басы Infinity. Заебали. Нас атакуют. Сука. Так, надо послать подмогу. На басу гоу. Так, басу гоу. Давай. Иди. Новенький. Харри, на помощь. Харри отправится на защиту басу гоу. Да. Давай, Харри. На тебя надеюсь. Они подорвали одно из наших заведений, Доб. Одно твое слово, и мы отомстим. Нас атакуют. Хотят вернуть свою территорию. Да хрена они хотят, блин. Я заебался с ними, блин. Столько семей. Кранадос, Тони Розата, Мангана сейчас еще появился. Заперто, босс. Блин, а почему у нас заперто? Куда мне идти, я вообще не понимаю. Что за нахуй? Новым годом. Кто-то пытается достать Доминика. Ухо надо держать востро. Тут входа никого нету. Ты смотри, кто появился. Блять, вот он вход. Ёпта. Хрена, я даже не заметил. Сколько это стоит? Ау! О, черт, боже! Да, я здесь, чё. Ты что, забудешь? Сука. Козлы, а? Где ваш босс? Улитки. Тут у нас больные, оказывается. Я знаю, где ты прячешься. Давай. Он еще поймай пулю. Дай мне знать. Получил, ублюдок. Стой, мужик, убери пушку. Мне уже надоело в тире палить. Так, давайте просто пытались сделать как-нибудь. Фу, блин, все в дыму, я ни хрена вообще не вижу. Ёпта. Это здание, черт, развалится. Я вместе с ним. Черт. Где босс этого заведения, блин? Ага, похоже, он тут, да? Сволочь бы такая. Жду не дождусь конца рабочего дня. Ай, я тоже, мужик. Мне бы тоже сейчас пойти расслабиться в какой-нибудь бар. Выпить бенза. Блин. Пригнись. Погулять с девочкой, отдохнуть. Подонок! Не в меня! Чё ты сказал? Вон он, главный. Так, все нападавшие у Тома Рзата убиты. Не бейте! Харви, ты молодец. Мне плевать, о чем ты договорился с теми ребятами. Это мой объект. Ты понял? Думаешь, сможешь отнять у меня мой бизнес? Пошел ты! А что не смогу-то? Это плохо. Дерись! Все что угодно, только не это! За что меня смогу. Так? Что думаешь? Не смогу. Мы можем говорить вежливо или нет. А ну, только сюда. Нищие подбирают деньги с полу. Как голова? Пошел, зачем? Как тебе? Окей, заплачу. Запрыгиваем. Я человек нетерпеливый, тварь. Сдавайся, или следующая пуля тебя прикончит. Хорошо, бизнес твой. Только отстань, окей? Вот и говорились. Договорились, Глобал.
Так, глоба. Мы ставим охрану. Ну, штук 20. Пускай стоит на охране. Так, что это за предприятие такое, блин? Угон автомобиля? Что он дает? А, бронированный автомобиль в награду. Если мы завоюем весь бизнес. Так, ладно, хорошо, ребятки. Мы это сделали. Сваливаем. Пора отдыхать. Или выполнять мини-задание. Я хочу выполнить мини-задание. Задание ключника, которое он нам дал. Он дал нам сделать саботаж, я помню. Теперь нам нужно защитить новый бизнес. Нам нужно разгромить какое-то это, заведение. Так. Ага, всё. Поднимаемся. Надо отсюда сваливать. Все, отбили мы это задание у Мангана. Он сам виноват. Мангана связывался с тобой? Ему есть что сказать тебе по поводу захвата его склада. Да пошел он с ним разговаривать. Пускай он меня берет за щеку большого и толстого. А, вот и бронированная, нет? Да. А, вот и бронированная тачка стоит. Вот его заведение. Но оно мне пока недоступно. Так, где наша тачка? Мы же там где-то оставили, да, ее? Найти телефон. Так, со мной Бёрд и Фрэнк. Классные мужики. Я с коммуняками не согласен, но могу понять их мотивы. Найти телефон. Ну давайте найдем. Это не проблема. Это, ребятушки, не проблема. Пообщаемся с этим ублюдком. Так, Эмилио, это наше заведение? Да, рядом... Заведение Тони Розата. Строительное. Ну, они меня, конечно, не интересуют, эти здания. Так, тут где-то должен быть телефон. Рядом. С этим зданием. Так, мужики. О! Какие люди? Я думал, стой. У него сегодня первый день. Что бы там ни было, поторопись. Обиделся, что ли, на меня? Кэп, чего надо? О чем ты думаешь? Мангано связывался с тобой. Ему есть что сказать тебе по поводу захвата его склада. Да-да-да, Джо тут охраняет это заведение. Сколько таких осталось? Блин, где телефон у вас, мужики? Или у вас тут нету телефона? Твою мать. Выпрыгнул через окно тогда. Можем взорвать это здание. Но я этого делать, конечно, не буду. Так, кстати, там же взорвали наше здание. Оно все еще взорвано или нет уже? Наша контрабанда. Да? А, ну вот одно, да. Надо послать людей, чтобы охраняли контрабанду. Так. Кто у нас отдыхает? Рынок, естественно.
Basel Go, Basel Express, Sonic Doom. Так, ну давай, Фрэнки, подключайся на защиту. Я тебя сейчас подключу на защиту здания. Будешь охранять Basel Express, да? Нет, Basel Depot, да. Иди, охраняй. Шестидесятые, хорошее будет десятилетие. Так, где чертов телефон? Че, тут ни одного телефона нету? На все здание. Ладно, Берт, будем с тобой пока погуляем. Стой! Тачку давай. Нужна твоя тачка. Не удивляйся. Мангану сидят тихо, босс. Не знаю, хорошо это или плохо. Ни то, ни другое. Это в его стиле. И все же он может попробовать связаться с нами. Да. Я сейчас с ним сам свяжусь. С этим ублюдком. Ты будешь хуже моей бабули. А она слепая. Да? Ты водишь как Деница, подкрашивающая губы. Ну ты Бёрд даёшь. Вот тут телефончик должен быть где-то. Так, не понял. А, блядь, оно взорванное, сука ты. Поганое. Здание взорвано. Твою. Так, можешь музычку включить, а? Берт, включи музон какой-нибудь. Чтоб веселее нам было. Где у нас задание саботаж? Задание. Так, это у нас избиение. Просто услуга избить. А вот и саботаж нам сюда. Значит, поехали сюда. Получается, нам надо ехать, да, угловую, через мост. И по пути красный найдем телефончик. Пообщаемся с этим ублюдком. Так, а где вообще музыка включается? Что-то я забыл уже. Я включил радио, мужики. Слушаем музон. Симфонический оркестр. Послушаем. Классно. Симфония просто. Это как это из мультика, если что, ребята. Рататуй. Классный мультфильм. Рататуй. Так. Ага, приехали. Сейчас будем устраивать этот саботаж. Что-то тоже телефона нету. Странно. Бежим, бежим отсюда! А, вот телефон. Нашелся, конечно. Доминик? Да, кто это? Самуэль Мангана. Ты всадил нож мне в спину, Фелли Багасса. Я? Тебе? А кто подослал ко мне домой вооруженных бандитов? Ложь! Я не делал этого! Я видел твоих людей своими глазами, Мангана. Кончай мне врать! Я не лгу, Доминик. Нашим семьям нужно все обсудить. Давай встретимся за старым заводом. Остальное не телефонный разговор. Заебал.
Поговорить надо, поговорить. Пулю в голову и все, весь разговор. Что с ними такое? Война, мир, война, мир. Пусть уж определяются, наконец. Так вот, именно я о том же. Так, блин, тут нужен инженер нам. Черт. Надо обойти здание. Когда они отремонтируют асфальт, все разваливается. Надо будет встретиться. Где у нас это будет эта встреча? Так, посмотрим. Тут вот дом самого Мангана. На отдельном островке живет ублюдок. Вот оно. У нас возле нашего здания будет это происходить. Хорошо. Будет это происходить у нас на моей территории. Ха-ха-ха-ха. У него шансов мало. Так, а вот и оно. Что-то я не туда побежал. Мне кажется, от этой книжки будут проблемы. Не бей меня! Ущерб. А это что, здание не мое? А, так это здание не мое. Тем лучше. На втором столике нужна тряпка. Тем лучше. Кто-то все вычистит, когда ты сдохнешь. Я сейчас все тут отнесу, мужик. Быстрее! Блин, ты не туда машешь. Так, чего сейчас у тебя тут можно разнести еще? Так, вот эту хуйню разнес. Полиция! Боже! А где главный? Разойдитесь, ребята! Блять! Ну-ка, дай-ка это. Вернем. Новая услуга. Отлично. Я добился. Так, а где главный? С волочами попахивает. А-а-а. Смотрите. Черт, тут нужен инженер. Так, интересно, ключник мы взяли у Тони Розетта, да, значит, узнали, как убить. Угу. Так, удавите гада. А где? Где он находится? Сейчас, наверное, видно, да, у нас на карте, где этот ублюдок находится. А, вот он. Все. С помощью оружия ближнего боя. А. Так, надо уничтожить человека Гранадоза и человека Тони Розетта. А где он? Человек Тони Розетта. Он что, может, он может в другом городе? А, вот он, блядь, он другим значком, другого цвета. Ага. Ну-ка, я отмечу это место. Он там! Хорошо бы ослабить позиции Тони Розетта. Это было бы совсем кстати. Так. Все, скоро кончится. Инженер. У меня инженер не закончится. А запасного входа нет, да? Оттуда. Прошлый раз ты показал. Ну, ладно, хрен. А я платил меньше. С этим зданием. Хотел бы я ездить на такси. Она в что, разводе. Денег нет на такси? Какой уже. Позор. Меня от Мангана уже тошнит. Просто потерпите еще немного. Сейчас не время совершать ошибки. Вот-вот. Так, хочу удавить этого ублюдка. Помощника Тони Розетта. С собственными руками. Хочу удавить ублюдка.
Фрэнки, взорвали базу депот, суки. Граната, сука, чтоб ты сдох. Блин, нужен инженер опять. Твою мать. Кто у нас инженер? Так, Роланд у нас единственный инженер. Ладно, да. Не-не-не. Беру его в команду. Да. Ну давай, Роланд. Думаю, я смогу тут дыру прорезать. Давай, действуй. Ну, давай же. Присматривайте за Домиником. Вон тот парень мне не нравится. Черт, этот провод толще, чем я думал. Молодец. Красавчик. Зарплата пришла. Вот он! Какого хрена тебе надо, а? Зарплата у нас совсем маленькая. Меня для журнала снимали. Ну, а тут быстро! Безопасно? Идите, будьте там. Не мешайте мне. Какое уважение! Его еще надо заслужить. Ну я здесь. Иди сюда, козлина. Эй. Я скоро освобождаюсь. Козлина. О, ты потерялся. Ищ... Приготовьтесь, он идет. Стоять! Иди сюда! Поговорить надо по-мужски. Помогите! Сюда иди, показать этим сволочам! Что я сделала? Не мучай его! Есть! Уничтожен, ублюдок! Зашибись! Боец уничтожен. Минус один. Ха-ха. Съел. Блин. Мне это снится. Теперь мне тебя даже жаль. Я... Хотел, чтобы он это был в ауте, но не вышло. Уйди. Так, тут у него ничего нету? Вкусненького. А ну назад! Шваль какая. Скоро ты вместе с семьей переедешь на кладбище. Дерись. Позже продолжим. Вон он. Да, иду. Ой. И никто тебе не помог. Тебе нас не видно. Блин. Убери пушку. Запрыгивай! Ну ладно. Короче, мне не получается фаталити пока сделать, ребята. А хотелось бы. Ну ладно. Мы уничтожили помощника. Лучшего помощника Тони Розата. И это зашибено. В следующей серии уничтожим гранату за бойца. И пойдем разговаривать с этим, с Мангана. Что он там нам скажет? Я думаю, ничего хорошего он нам не скажет. Ну что ж, всем пока. Скоро увидимся в следующей серии. Всем пока. Всем удачи.